Короче, у меня на микрообзоре просто офигенная штука. Это VR-очки, которые стоят косарь, не ломаются с первого взгляда и не выглядят как кусок дерьма. Называются они VRBOX 2.0. Первой версии я даже в глаза не видел, но это и не важно, ведь работают они по общеизвестному принципу Google Cardboard. Скачал на смартфон VR-приложение, запустил, вставил смартфон в очки и играешь или смотришь. Тут еще есть настройка линз, их можно двигать влево или вправо и даже приближать либо отдалять от себя в зависимости от зрения. Блин, ну для такой-то суммы вообще ништяки. Конечно, полного погружения они не дают, но поиграться в игрушки и понять, что такое VR, ну катит просто идеально. Недостатков в очках всего два. Первый — это ремни, их нужно немного отрегулировать под свою голову. И даже так удобнее будет, если боковые ремни будут на ушах. Кстати, их можно заменить. А второй — то, что изображение в движении немного размывается. Хотя, возможно, это из-за FPS экрана iPhone 6s Plus, с которым мы тестировали устройство, не уверен. Из плюсов же можно назвать оправу для глаз из кожзаменителя. То, что очки поддерживают большие смартфоны, вплоть до iPhone 6s Plus в кожаном чехле. И отодвигающаяся платформа на случай, если вам нужна дополненная реальность с работающей камерой. И, конечно же, цена. Кстати, в этой штуке можно еще и смотреть 3D-фильмы. Кроме того, что вообще удивительно, в комплекте опционально идет еще и геймпад, который можно использовать не только с очками, а еще он беленький и стильный. К сожалению, на iOS можно только нажимать кнопку Home, менять уровень звука и мьютить его. Но на Android работает полноценно, в роли геймпада и даже мыши. Так что заходи, любезный зритель, по ссылке в описании и покупай их у нас дешево и сердито. А если не хочешь покупать, то у тебя есть шанс выиграть комплект с очками и геймпадом, запостив это видео у себя ВКонтакте с хэштегом BigGeek и написав, зачем тебе нужны VRBOX 2.0. Мы выберем самый креативный, прикольный текст и отдадим очки его автору. Будет это в следующем понедельник, а результаты этого всего будут в группе ВКонтакте. Так что ставьте лайк, подписывайтесь, выигрывайте кучу всего и вообще потребляйте качественный и нескучный контент. Всем спок!